я вам обещал, кстати, показать детскую комнату на Параллели. Вы гуляете с детками, и всегда можно прийти, и чтобы они там поиграли с ними, позанимались. Пойдем посмотрим. Возле кафе «Встреча» с правой стороны. Добрый! А если я там опять... Прайс-лист, что почем стоит. Правила. Здесь отдыхать. Родители сидят, отдыхают, дети там играются. Они под наблюдением. Ага. А, вообще, то есть класс. То есть вы, ребята, тут сидите, выпиваете, отдыхаете, образно говоря, ваши детки в детской комнате находятся и под присмотром девушки. То есть, в принципе, хорошо, пойдем посмотрим вовнутрь, что там есть. Здравствуйте. Так. Детские скамеечки, городок. Можно запустить. Это лабиринт, имеется сухой бассейн, батут для деток, горки, скалолазание. То есть можно запустить ребенка и... Да. Вообще прям классно. На самом деле это прям интересно. Я сколько раз наблюдал, когда дети просто рядом с родителем тянут их за руки, там, это, хватит, пошлите. А здесь вот появилась классная идея, кстати. И что самое интересное, да, вот взрослые могут посидеть, а дети могут да, наблюдать. И они под наблюдением. И за ними смотрят, да. Наблюдают. Поэтому, Юра, я тебя попросил зайти, показать, чтобы наши отдыхающие знали.